Город Пуэрто-де-Ла-Крус. Смотровая площадка имени кубинской поэтессы Дульсе Мария Луинос. Искусственный водопад. Такая достопримечательность этой смотровой площадки. Красивый вид на Пуэрто-де-Ла-Крус. К сожалению, это место мало кто из туристов знает. Очень интересная фотография, симпатичные получаются, и целый каскад водопадов. Так, новый ракурс. Каскад водопадов. Вид на Пуэрто-де-Ла-Крус. Большие рыбки. Красивый ландшафтный дизайн. Лаго Мартианос. И группа отелей на первой береговой линии. Красивое панно с фотографической точностью. Вот как у нас панорамный вид на Пуэрто-де-Ла-Крус. Ну вот художник сделал такую картину, и уже специалисты по вот этой художественной плиточке сделали точную копию. Коттеджики. Все хорошо, но как бы на тебя сверху смотровой площадки постоянно кто-то наблюдает. Но зато такая вот близость к городу, буквально спустился, сколько здесь километр, и пешком можно. Все-таки это городская черта, ну я имею в виду для таких домиков. Смотровая площадка имени кубинской поэтессы Дульсе Мария Луинос. Вот она впереди. Симпатичная дама, 95 лет прожила, 1902-1997 год. Вот. Родилась и умерла на Кубе, в Гаване. 4 года прожила здесь, на Канарских островах. Стихи очень вдумчивые, красивые. Если у кого-то будет желание, можно в Википедии по-испански вот так вот Дульсе Мария Луинос пишется. И перейти в русскую версию. Там есть ссылки на ее стихотворение. Хороший перевод, как Ахматовой, Цветаевой. Вот наш водопад, где мы в начале съемку делали. Новый ракурс. А вот на этой памятной табличке более отчетливо, как пишется по-испански Дульсе Мария Луинос. Кафе с видом на океан. И дорогу уже к машине, где мы припарковали.